кулинарную копилочку вкусных, полезных и не очень сложных блюд предлагаю добавить фаршированный перец, запеченный в духовке. Он получается очень нежным, сытным и аппетитным. Фаршированный перец, запеченный в духовке, приготовленный по этому рецепту, заметно отличается от традиционных вариантов. В начинке совершенно нет мяса, хотя при желании, конечно, можно добавить говяжий или куриный фарш. Список ингредиентов в конце видео. 1. Для начала необходимо вымыть и очистить перцы, удалить семена, хвостики и сердцевину. 2. Знаете, как сделать фаршированный перец, запеченный в духовке, действительно нежным? Предварительно его нужно проварить в подсоленной воде около 3 минут, затем аккуратно достать и просушить. 3. Пока перцы остывают, можно заняться картофелем, его необходимо почистить и нарезать мелкими кубиками. 4. Лук и чеснок нужно очистить и измельчить, на сковороду налить немного растительного масла и отправить туда сначала лук, а через 3 минуты, чеснок, обжарить до золотистого цвета. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. К обжаренным овощам на сковороду отправить картофель, добавить молоко и бульон, посолить и поперчить по вкусу, положить веточку или две тимьяна, тушить на медленном огне нужно около 15 минут, картофель должен стать мягким, но не развариться. 6. После приготовления к картофелю добавить измельченный зеленый лук, петрушку и паприку, аккуратно перемешать, чтобы не превратить массу в пюре. 7. На мелкой терке натереть немного сыра и отправить в начинку. При желании фаршированный перец, запеченный в духовке, в домашних условиях можно дополнить и другими овощами по вкусу. 8. Готовой начинкой нужно довольно плотно нафаршировать перцы и вяложить в форму для запекания. 9. Сверху присыпать оставшимся сыром и отправить в заранее разогретую духовку минут на 25. Вкуснее тем, кто подпишется. Продукты и их количество. Далее. Перец 4 штуки. Луковица 1 штука. Картофель 6-8 штук. Чеснок 1-3 зубчиков. Растительное масло 1-2 столовые ложек. Молоко 150 мл. Бульон 100 мл. Бульон 100 мл. Сыр 150 грамм. Вяленые помидоры 2 столовые ложки. Можно заменить паприкой. Зелень 10 грамм. Петрушка. Лук. Тимьян. Соль 1 щепотка. Перец 1 щепотка. Количество порций 4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Пусть вам сегодня повезет.